Приветствую вас, дамы и господа! В рамках международного исследования, посвященного памяти, у нас сегодня в гостях врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, председатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии КАВПАК Дмитрий Викторович. Приветствую вас, Дмитрий Викторович! Здравствуйте еще раз! Дмитрий Викторович, скажите, пожалуйста, если говорить о памяти с точки зрения психологии, и мы в том числе видим, что есть разные школы психологии, да, и у них также есть разный, что ли, взгляд на память. А с вашей точки зрения, когда мы говорим память, что мы вообще подразумеваем? Что это такое? Мы говорим в первую очередь о функции. Функции психики, функции высшей нервной деятельности, которая способна сохранять информацию. Поэтому когнитивная психология, как часть общей фундаментальной психологии, рассматривает это как когнитивные функции. Наряду с вниманием, мышлением, речью, праксисом — это одна из таких высших когнитивных функций. То есть, по сути, мы говорим о некой функции нервной системы. Да. Да. Ну, по Павлову это высшая нервная деятельность, потому что нервная система, как периферическая, показывает нам такие простейшие рефлексы, а память, как сложная функция, относится к высшей нервной деятельности. Но мы, по сути, также имеем дело с так называемой, например, мышечной памятью, да? Как говорят, есть мнение, что, по сути, память, она не столько находится в мозге, как одно из мнений, да? Как она может быть, скажем так, присутствовать, в общем-то, во всем, во всей биологической конструкции человека, поскольку есть такое понятие, как и мышечная память. Можно ли это так рассматривать? Пока из того, что обсуждают исследователи, мышечная память чаще всего трактуется как, опять же, рефлексы, комплексные рефлексы, но большая их часть относится к центральному звену и все-таки высшей нервной деятельности. Поэтому, несмотря на то, что мышцы являются исполнителями каких-нибудь, например, акробатических номеров, очень точных действий и движений какого-нибудь профессионала, там, мастера по теннису или другим там, восточным единоборствам, когда мы поражаемся от точности движений, мы можем говорить, насколько развита память мышц, мы вспоминаем какие-то свои привычки, походку, привычные действия, когда руки помнят. Но на самом деле помнят-то не руки, помнит голова, которая четко посылает сигналы по сложившемуся определенному стереотипу, шаблону, который является все-таки представленным в первую очередь в высшей нервной деятельности и уже задействует через периферическую нервную систему и мышцы. Поэтому пока нет таких доказательств, что это непосредственно в мышечной ткани, скелетной или гладкой мускулатуре хранится какая-то информация, которая может влиять на поведение данных тканей, данных мышц. Поэтому это скорее условное название, которое говорит о том, что у нас есть рефлексы, которые мы не осознаем и которые включаются автоматически. Но они включаются в то же время в связи с задачами, которые посылает мозг органам-исполнителям, например, мышцам. Дмитрий Викторович, вот мы видим, что исследование мозга и исследование памяти как раз в контексте этом, да, вот наш 21 век, это, скажем, очень активное развитие и большее внимание, я бы сказала, именно в исследованиях памяти уделяется в исследованиях мозга. И опять-таки есть также, да, противоположное мнение. Кто-то считает, что все-таки память, основная ее, как бы, да, скажем так, что ли, система, да, или ее, скажем, ядром является мозг, и он определяет, да, нашу память, это первично. Но есть также противоположное мнение, которое считает, что память, если как-то даже связана с мозгом, с нейронами, да, то тем не менее она в мозге не находится. А есть мнение, что память вообще с мозгом не связана. Как вы думаете?
Ну, это достаточно спорный вопрос. Наука, понятно, имеет лишь какую-то часть исследованной реальности, и мы можем говорить о том, что некоторые виды даже материи нам неизвестны. Темная материя, темная энергия. Поэтому мы говорим лишь о видимой материи, светлой материи, о видимой энергии, светлой энергии. То есть о какой-то части мироздания, оперируя которой, мы можем говорить о причинно-следственных связях. Возможно, что мозг является действительно каким-то приемником, как в случае приемника голограмм, и разворачивающиеся психические функции являются отражением связи с каким-то передатчиком этих функций. Но пока такая ситуация с бритвой Оккама, не плодить сущности без необходимости, современная наука отсекает такие варианты, придерживаясь того, что вся деятельность психики исчерпывается, ну, если не черепной коробкой, то в целом организмом человека. Поэтому локализация высшей нервной деятельности все-таки относится к головному мозгу. Возможно, с точки зрения системных процессов, мы имеем дело просто с частью этой системы. Но нет четких доказательств, а наука привыкла оперировать с доказательствами. Это как идея Бога, которого нельзя доказать или опровергнуть. Поэтому мы говорим, что да, есть такие модели, которые предполагают, что мозг является всего лишь передатчиком или приемником. Поэтому мы говорим о трудности определения. Это в психологии называется hard problem, трудная проблема сознания, трудности определения, где находится сознание, где находятся высшие психические функции. Есть корреляты, когда мы видим на позитронной эмиссионной томографии, на функциональной МРТ, ядерно-магнитно-резонансной томографии, определенное возбуждение определенных участков мозга в процессе высшей нервной деятельности, в процессе выполнения психических функций, мышления, воспоминаний, речи, зрительных образов. И мы можем наблюдать, какие участки коры подкорковых структур приходят в возбуждение. Мы можем говорить о том, что возможны какие-то варианты, когда эти зоны мозга, которые приходят в возбуждение, они лишь транслируют эти функции, которые, возможно, находятся не только в самом головном мозге, возможно, частично в спинном мозгу человека, но и извне. Но пока большая часть научного сообщества придерживается понятной и простой идеи, что это сами нейроны, сами клетки и связи между этими клетками, синапсы, создают основу для этих психических функций. Поэтому пока вот такие нейрокорреляты этих психических функций, возбуждение определенных зон мозга, считается, и описывают эти процессы достаточно исчерпывающе. Много возникает вопросов, я уже упомянул трудную проблему сознания, hard problem, как человек переживает этот субъективный опыт, его картину мироздания, внутренний свой мир, контакт с этим миром, воспоминания. До сих пор очень сложно решить даже easy problem, не только саму трудную проблему сознания, как материя порождает этот субъективный опыт, но и простые, казалось бы, задачи, как привязать определенные функции к определенным зонам мозга. Даже, как любит повторять академик Татьяна Черниговская, зона Брака и зона Вернике не совсем зона Брака и не совсем зона Вернике. То есть области, которые традиционно, стандартно воспринимают с воспроизведением и восприятием речи, но некоторые инсульты показывают, что не так четко они очерчены, как в свое время эти известные неврологи описали их локализацию, и многократно она подтверждалась. Это гуляющие такие области. Мы говорим о нейропластичности, и не только функциональной, но даже анатомической. Поэтому раз так сложно привязать эти функции, то мозг оказывается более сложной, загадочной структурой, что клетки могут оказаться компетентными брать на себя определенные функции. При инсульте мы видим выпадение какой-то функции,
И тем не менее восстановление этих функций через какое-то время. После инсульта у человека прекращается речь, провисает губа, плетью висит рука, волочится нога. Но при достаточной нейрореабилитации, например, в случае бригадного подхода, когда это и психолог, и невролог, и психиатр, и врач лечебной физкультуры и так далее, целая бригада, которая работает с этим человеком, мы через год мы можем его встретить, и он уже говорит достаточно неплохо на русском там, или его родном другом языке. Что позволяет восстановить такие функции? Если мы посмотрим МРТ, то там остается пустота, некая киста, которая заполнена ликвором, дырка. Там не вырастают нейроны. Они могут, с точки зрения современной науки, действительно восстанавливаться, но их скорость роста гораздо меньше, чем такие объемные поражения, которые не заполнят за такое короткое время. И здесь мы сталкиваемся с той самой нейропластичностью, что другие части мозга, другие нейроны берут на себя эти функции. Но попробуйте выучить английский язык за год. Попробуйте выучить китайский язык за год. Вы увидите, как сложно с нуля восстановить речь. Ну вот представьте, вы ничего не знаете в китайском, вы как бы его узнаете. Это говорит о том, что клетки, которые взяли на себя эту функцию, каким-то чудесным образом знают русский язык. Английский язык, если это англичанин, там, французский, если это француз. Откуда они его знают? Они же из другой зоны, они из другой области, из другой оперы. И здесь возникает чудесный момент, что это не только возможность мозга делегировать функции другим клеткам, но и чудесные связи между этими клетками, что они каким-то странным, загадочным образом обмениваются информацией. Все связано со всем. Тогда у нас может возникать более масштабная идея холистического принципа не только внутренней конструкции мозга, но и, может быть, связи нас друг с другом, как в фильме «Аватар», что мы представляем из себя такую социальную сеть и можем подключаться такими коннектомами к другим людям, принимать другую форму через такое воплощение в этих связях. Но мы просто этого в силу каких-то наших пока ограничений мыслительных, иных функций, не можем воспринять. Может быть, более того, наши связи распространяются за пределы социума. Мы, может быть, связаны с животными, может быть, мы связаны с природой, как в этом же фильме «Аватар», идею чего, в общем, Кэмерон и пытался высказать, что все связано со всем, такой холистический принцип. Может быть, мы связаны с космосом, как... Об этом нам вещает эзотерика, многие религии. Но это смелые гипотезы, которые еще ждут своего либо подтверждения, либо опровержения. Наука пока не настолько сильна, чтобы настолько продвинуться вперед и четко дать трактовки, определения, доказательства или опровержения этих возможностей. Это смелые гипотезы, они интересные, захватывающие даже. Но пока они остаются на уровне гипотез. Ну, вы знаете, вот интересно, хочется продолжить вот такой вот ход мысли, вот этой связи некой, да, между всеми людьми или группами лиц. Мы знаем, есть такое понятие у Юнга, как некое коллективное бессознательное, да, что рассматривается психологами тоже как некая память. И, в общем-то, эта память, скажем так, не та персональная при этой жизни, да, которой вот мы, о которой часто говорим. То есть это некая память, вот откуда эта память, да, и каким образом тогда можно было бы ее рассмотреть? Или мы говорим о том, что это просто два разных подхода, например, нейробиологии и психологии на одну и ту же систему, или мы говорим вообще о разных системах в данном случае? Это даже немного разные языки описания. Это был камень преткновения между Фрейдом и Юнгом. Фрейд в силу разных причин предал анафеме Юнга, выгнал его. Но это одна из этих причин. Разные трактовки. Коллективное бессознательное Фрейдом никак не принималось. Поэтому, с одной стороны, это такая особенность социума, что там складываются определенные знания, определенные
суммы информации, которые воплощаются в идее Юнга об архетипах, что некоторые центральные идеи, они социокультурально, а может быть и более сложными механизмами, транслируются из поколения в поколение. И неважно, какой это язык, какого континента, какого века, какие-то центральные архетипы будут всплывать и разворачиваться в текущем таком социокультуральном ландшафте. Параллельно с этим идея о том, что это лишь форма такой белковой материи, которая несет в себе определенную энергию, которая может быть обмениваться иными способами, неосязаемыми для нас, неосознаваемыми в нашем привычном понятии какого-то взаимодействия и обмена. Поэтому Юнг говорил о таком коллективном бессознательном, подразумевая, что действительно это возможный такой контакт. Параллельно с этим такая, ну, наукой воспринимаемая как эзотерическая концепция, память предков, то, что есть еще такая связь не только со всеми в текущем срезе временном, но еще и в вертикальном срезе линии времени. Но глобальная теория говорит о том, что время — это условность, это просто одно из составляющих такого пространства и времени как континуума, одно из, ну, может быть, многих измерений, которые мы имеем, что отнюдь не четыре их, физики рассматривают там и большее число, больше десятка. Поэтому мы живем в нашем трехмерном мире, где время просто как четвертое измерение. И для нас таким примером недовосприятия являлось бы двухмерное существо, которое бы трехмерное воспринимало как нарезку, как такие, не знаю, куски, проходящие, проплывающие мимо вот этого двухмерного экрана восприятия двухмерного существа. Поэтому, возможно, то, что в нашем трехмерном мире очень ограничено, то в каком-то, где наличествует большее количество измерений, совершенно другая система и отчета времени в том числе, что это не стрела времени, которая идет только вперед, а что это континуум, внутри которого тоже есть свои связи. И это тогда и прошлое, и будущее поколения, и текущие все люди связаны воедино. Ну, это просто гипотеза, опять же, ее трудно представить как бесконечность Вселенной, но ряд визионеров, ряд ученых, ряд мыслителей, философов, эзотериков, религиозных каких-то деятелей, они представляли себе это холистически, как некую совокупность. Тогда память распределена. Она распределена между людьми, она распределена во времени, она распределена в пространстве. И это часть бытия некого вселенского, глобального. Поэтому это соблазнительная идея подключиться к коллективному бессознательному, чтобы вылечить свой невроз. Соблазнительная идея, которую Станислав Гроф решил использовать, говоря о неких чудесных преобразованиях, которые могут возникнуть в случае контакта с этим коллективным бессознательным. Ну, первоначально с помощью психодизлептиков, таких как ЛСД, потом с помощью голотропного дыхания, он показывал примеры, как это возможно. И сегодня он настаивает на том, что это возможное техническое решение, но, может быть, другие формы его, более прогрессивные, позволят это сделать более такой рутинной практикой для каждого человека. Ну, естественно, Гроф не стал мейнстримом научного мира, все равно к его теории, к его гипотезе, к его методике относятся сдержанно, мягко говоря, чаще всего с большой долей критики. Потому что это такой полет мысли ученого, некие его эмпирические доказательства все-таки не принимаются такой наукой и медицинской практикой и не используются на сегодня повсеместно. Поэтому он скорее пионер в этом направлении, наряду еще со многими исследователями. Поэтому как завтра будет выглядеть наука, никто не знает, по большому счету. И, возможно, это такой шаг к холистическому восприятию человека, мира, Вселенной и неких законов взаимодействия. Тогда память, как и сновидения, например, могут оказаться неким даст примером,
что для нас и не было понятно, потому что мы воспринимали это очень плоско, ну, почти как двухмерную модель. Поэтому мы не видели этих связей, мы не видели этих возможностей. Но пока у нас нет таких приборов, которые бы расширили наше зрение, наше видение, наше понимание. И это вот такие визионеры, представляющие себе мир гораздо более сложным, но одновременно гораздо более общим, взаимодействующим. Поэтому очень многих влекут вот эти фильмы с амнезией, когда человек каждый день вспоминает себя заново, с выпадением памяти, с такими загадками, которые человеку предоставляет свой мозг. Потому что это одновременно такой экзистенциальный вызов. Кто мы, куда мы идем, что с нами будет после смерти, например, откуда мы пришли, где мы были до рождения. У нас нет памяти о том, что было за нами, мы не видим, что будет впереди. И поэтому, может быть, такой интерес к памяти связан с тем, что это может быть окно. Окно в решение вот таких существенных задач, вызовов для человечества. И память гораздо больше, грандиозно больше, чем сегодня, а тем более вчера описывали ученые. Потому что в интернете ходят такие интернет-мемы, как выглядела флешка в 1955 году. Ее везли два трактора, она на платформе была такой безумного размера, и она была емкостью 1 мегабайт. В 1955 году случилась когнитивная революция. Несколько известных людей собрались вместе в Массачусетском технологическом университете. И удивительнее всего, что это была конференция электронщиков, по сути. Это была конференция программистов, людей, которые занимались проблемой искусственного интеллекта. Очень узкий круг тогда людей этим занимался. Вы представляете, даже сейчас это достаточно узкий круг. И эти люди собрались для того, чтобы обсудить удивительную проблему сегодняшнего дня. Что мы будем делать, когда случится этот искусственный интеллект? Как мы будем с ним взаимодействовать? Как мы будем с ним общаться? Что он натворит, как в фильме «Терминатор», когда он осознает себя, запустит ли он ракеты, чтобы там загасить всех людей, белковую жизнь вокруг, чтобы она как плесень не мешала кремниевой жизни. И на этой конференции выступило несколько психологов, которых пригласили как раз. Раз это психологи, они наверняка про коммуникацию нам расскажут и про вот эти взаимодействия с этой масштабной мыслящей машиной. И тогда говорили о проблеме памяти очень многие. Там звезды будущие психологии, лингвистики выступили. Например, Наам Хомски, автор структурной лингвистики, выступил. Миллер, будущий президент Американской психологической ассоциации, Галантер, Прибрам, который написал книгу «Языки мозга», приезжал к нам в Россию, работал с Лурией, учеником Выгодского. И эти люди так хорошо поговорили, что эту дату считают когнитивной революцией, отсчетом вот этой революции. И обсудили они в том числе и память. Тогда сказали, вы представляете, память человека безумная, она 30 гигов. Это же несколько библиотек, сказали все. Да, вот представьте, да не, мы не верим. Я вот, честно говоря, вообще не помню даже там 3 страницы. Как там 30 гигов помещается? И как раз все вспоминали тогда, что флешка-то размером, не знаю, эту комнату, всего лишь 1 мегабайт. Это же безумно, как это в голове столько помещается? Сегодня все учебники, которые говорили о том, что память 30 гигов, на помойке. Потому что сегодня память — это 2 интернета. Представляете? Емкость. Мы не забываем вообще ничего. Каждый пиксель этой картинки, каждая трещинка в стене напротив, каждый узор на столе — навсегда в нашей памяти. Навсегда с нами. Мы не сможем вспомнить это сознательно. Но в некоторых ситуациях это всплывает. Вы можете поговорить со своими очень пожилыми родственниками, бабушками, дедушками. Они не помнят, что было на прошлой неделе. Они не могут вам сказать, что было вчера. Но они вам рассказывают об утреннике в детском саду, в каких сандаликах,
юбочки, там, платьишки, не знаю, футболочки. Ты стояла или стояла и рассказывал такой-то стишок. И еще рядом стояла воспитательница Мария Ивановна в таком-то там цветном, цветастом платье. Вы говорите, ну, заливает. Ничего же не помнит, просто придумывает на ходу. А потом вы смотрите старый семейный альбом, и там выпадает фотография, где ваша бабушка или дедушка действительно стоят на стульчике в этих ровно сандаликах, в этой юбочке или шортиках. И рядом стоит Мария Ивановна, которая так ровно одета. Вы говорите, как такое возможно? Возможно. Атеросклероз сосудов распространенный стер часть коры. Всплыло то, что было задавлено всю жизнь. Человек этого не помнил ни в 50, ни в 70. Но вспомнив это, он как бы открывает механизм, что мы ничего не забываем, в принципе, но не можем к этому добраться сознательно. Это уже такие вспышки. Вспышки памяти, как флешбеки при ПТСР. Мы не хотим это вспоминать, это приходит само. Иногда это навязчивые воспоминания. Но они хранятся у нас, хранятся в огромном количестве. И емкость это потрясающая, потому что ни один компьютер сейчас не может похвастаться. Совершенно другая скорость обработки, чем думали, опять же, в 20 веке. Предполагалось, что наши 100 миллиардов нейронов — это здорово, большая сумма. Но, в общем, их производительность не такая уж серьезная. Компьютеры обгонят наш мозг. В 1955 году говорили на этой конференции, через 5 лет, максимум через 10, будет искусственный интеллект. Он обсчитает всех вас. Да, сегодня сознание человека побеждено. Пример Deep Blue 2, обыгравший в Каспарова в шахматы уже много лет назад. Игроков в Го, обыгранных буквально год-два назад. Компьютеры победили, но они победили сознание, которое очерчено кругом восприятия. 7 плюс-минус 2 — вот 9 мыслей, которые мы одномоментно способны удержать в данный текущий момент времени. Но на самом деле мыслей гораздо больше. Часть из них автоматическая уходит вглубь, в океан нашей психики. Поэтому это гигантский поток сознания, из которого освещенным является только такой узкий небольшой пятачок. И вот это гигантское число, ну, правда, оно чуть сократилось. Одна настырная женщина решила проверить, 100 ли миллиардов. Оказалось, нет, 86 миллиардов. А теперь придерживаются такого числа. Но это тоже кому как повезло во время родов, беременности, предшествующий и постнатальный период. У кого-то может сократиться и это число. Но эти 86 миллиардов дают гигантское количество связей. Каждый нейрон — это минимум сотни связей, а обычно это тысячи. Некоторые нейроны дают десятки тысяч связей. И это 100 триллионов связей. Это больше, чем всех известных звезд во Вселенной. И это гигантский компьютер, если каждую связь рассмотреть как тактовую частоту. Чем он занят? Никто не знает. Зачем такой тюнинг? Понимаете? Никто не знает. Зачем такая сложность? Никто не знает. Это огромная машина, превосходящая суперкомпьютеры, которые обсчитывают погоду или полет ядерных боеголовок. Они жужжат, и все равно мозг одного человека больше, чем весь этот жужжащий, там, не знаю, огромный зал. Потому что это неизмеримое для нас число. Мы даже не можем его вообразить, 100 триллионов. И вот вся эта система занята какой-то сложнейшей работой, о которой мы не имеем ни малейшего представления, но отголоски которой приходят в виде таких удивительных явлений, когда мы вспоминаем то, чего, казалось бы, не помнили. Вообще невозможно было это вспомнить. Иногда нам даже кажется, что мы этого и не знали. Но мозг все это хранит, собирает. И иногда наши нейроны, наши связи нейронные выдают это на гора, выдают это в сознание. И тогда мы говорим об интуиции, тогда мы говорим о прозрении, о инсайтах, о пробуждении, awareness, такой англоязычный термин, о осознанности, которая помогает по-другому пользоваться своей психикой, своей памятью, своими высшими психическими функциями. Эта сеть обучаема, вот что самое интересное.
Мы сами кузнецы своего счастья и несчастья. В чем, собственно, сущность психотерапии? И вот моя более чем 20-летняя практика показывает, что мы обучаемся и запоминаем определенные вещи, несмотря на то, что нам кажется, что сознательно мы их не помним. Мы запоминаем образ себя, запоминаем наши связи со всеми нашими близкими и далекими. И поэтому, проснувшись с утра, мы не спрашиваем «Who I am?», мы не подходим к зеркалу и говорим так: «О, Сидоров». Значит, мы помним себя, помним, что это за город, в котором мы проснулись, помним целую кучу всего, как это все помещается в голове, а главное, как это с такой скоростью срабатывает, какой человечек бегает и собирает там, не знаю, файлы или вытаскивает амбарные книги, где прописано: вот это твоя жена или вот это Сидоров, он сейчас вышел из этой машины, ты слечил нос, губы, рот за долю секунды. Поэтому модели памяти сегодня не отвечают исчерпывающе на все эти вопросы. Они дают нам некие алгоритмы, но, честно говоря, они все не выдерживают критики, потому что они дают с большим зазором очень приблизительно такие общие контуры, которые часто не бьются с фактами, часто не бьются с объективной реальностью. Поэтому это заставляет нас снова и снова задуматься об этой гигантской машине, об этих 100 триллионах связей, об этой нейронной сети, которая занята какими-то странными, непонятными для нас загадочными вещами. И память как одна из функций, которую эта сеть порождает. Она каким-то образом хранит гигантское количество данных и использует их иногда очень четко, качественно, даже когда мы не просили. Дмитрий Викторович, вот интересно, есть такой момент, опять же, продолжая вопрос вот этих предков, да, которые вы затронули. Если следовать исследованиям Сонди, венгерского ученого, да, который автор концепции судьбоанализа, он говорил о том, что, по сути, предки, да, мы понимаем, что это не только мама, папа, бабушка, дедушка или там прабабушка, которых мы застали в этой жизни, мы с ними могли как-то взаимодействовать, и это как бы наша память, ну, скажем так, нашей этой жизни, да. Есть предки, которых мы не знаем, которые могли быть еще там века и века назад, но тем не менее он своими огромными исследованиями и плюс создав свой тест Сонди, он проследил и доказал, что вот эта связь с этими предками, которых мы даже не могли знать, которые могли нас разделяют там 300 или 500 лет, все равно вот эта память и тот, скажем так, прошлый опыт, да, тех предков, он проявляется у человека в этой жизни. И тогда возникает вопрос, если исходить из того, что память напрямую связана с мозгом, но человек рождается, и мозг, в общем-то, у него новый, да, то есть это не тот мозг, который был все эти века. То есть, в общем-то, как биологический орган, он не связан с предыдущими периодами какими-то, да, истории. Но вот эта память, она существует, как-то продолжает существовать и проявляется уже у этого человека в этой жизни. Можем ли мы тогда говорить, что каким-то образом память с мозгом связана, или, вероятно, как с неким передатчиком, да, связью с биологической системой? Но вот эта система памяти как глобальная какая-то, она представляет собой что-то, ну, гораздо большее, чем биологические конструкции, да, сколько бы мы их ни изучили. И, вероятно, есть какие-то еще блоки, если мы смотрим, что есть и некое коллективное бессознательное, да, о котором говорил Юнг, и вот это родовое огромное бессознательное. Есть ли вот такие подходы, и как можно было бы тогда на это посмотреть? Это система, состоящая из каких-то вообще либо слоев, да, это какая-то глубина, либо какие-то блоки между собой взаимосвязаны. Что вы думаете? Когда человек рождается, то в этот момент мы видим воплощение генотипа в виде фенотипа, уже реализованного в виде плода, который, появляясь на свет, становится человеком. Поэтому его мозг за эти 9 месяцев успевает развиться из зиготы, из набора там, из маминой и папиной клетки, а в последующем, дробясь, множась, превращается в такой сложный организм. Где этот архитектурный проект? В ДНК. Она разворачивается, и в ней уже все это записано. Поэтому мы не знаем, что там еще записано. Для нас это всего лишь набор нуклеотидов.
последовательность белков, кислот, которые кодируют определенным образом информацию. Что там на самом деле в этом коде, мы не знаем. Человеческая ДНК уже расшифрована. Но расшифрованы те фрагменты, которые для нас доступны. Может быть, ДНК содержит еще какую-то информацию, которая не закодирована этими нуклеотидами. Может быть, в этих нуклеотидах и их комбинации есть что-то еще, потому что как шахматные клетки, если мы кладем одно просовое зернышко на первую клетку, то дойдя до 64-й, по легендам этим индийским, это больше проса, чем наша Земля по размеру. Поэтому сколько информации в этой ДНК, мы не представляем. Возможно, там хранится гораздо больше, чем мы подозреваем. Это одна из версий. Вторая версия — это трансгенерационная передача. Человек получает модели, как губка, впитывая вокруг себя то, что происходит. В первую очередь примеры значимых других, значимых взрослых, родителей, лиц, их замещающих. И они в себе содержат те программы, которые получили, тоже впитав их как губки, от предыдущего поколения, те от предыдущего поколения. Поэтому мы не осознаем большую часть программ, которые впитали. Мы их не то что с молоком матери впитываем. Вот это наблюдение с той емкостью памяти — это гигантский объем. Поэтому мы не осознаем не то что 5% работы мозга, как пишут журналисты. Мы не пользуемся мозгом и на 1%, по крайней мере, осознанно. Понимаете? Поэтому, конечно, мы не можем осознать всех моделей, которые получаем вот с таким потоком, который воспринимаем, сохраняем и каким-то для нас пока неведомым образом используем. Поэтому и тот, и другой путь передачи вполне возможен. Поэтому мы пока не можем отдифференцировать, какой из них больше по своему масштабу и влиянию, потому что пока сообщество больше верит в генетику. Но опять же, очень редуцируя ее понятие, сводя вот к этим нуклеотидам и к тому фенотипу, как из себя внешне, физически человек представляет как объект. Но если функции этого объекта, высшие психические функции в том числе, как они кодируются в этом архитектурном проекте, как они в этом генотипе представлены. Это все далекие открытия, которые, конечно, ждут нас, но пока мы еще на заре всех этих великих свершений. И моделирование. Тот вариант, механизм, теория научения, который предложил Альберт Бандура, работая в Стэнфордском университете, он работает. И моделирование гораздо глубже, чем то, что написано в учебниках и с точки зрения самого Бандуры. Поэтому это просто редуцированное понятие, когда мы копируем, там, не знаю, авторитетных людей, начинаем говорить их тоном, жестикулировать, как они, там, выбирать ту же одежду, что наши кумиры, там, например. Это лишь пример маленький, микроскопического кусочка этого моделирования. Модели могут быть гораздо сложнее, поэтому, когда мы в детстве, может быть, в подростковом возрасте зарекались и говорили, я не буду таким, как мой отец, я не буду такой, как моя мать, ни за что, никогда, я буду жить по-другому, воспитывать детей по-другому. Приходит зрелость, и вам говорят, как ты похожа на твою мать. Вы говорите, как это возможно? Да я клялась и божилась, что не будет такого. С чего вы взяли, что я похожа? Смотри, вот примеры, как ты похожа. Получается, что мы копируем. Получается, что мы эти модели используем. Не всегда с радостью, не всегда довольны этим, не всегда это нам помогает. Но у нас есть этот багаж. И эта память, на которую мы не обращаем внимания. Нам кажется, что этого нету в нашей памяти. Мы не можем это сознательно вспомнить. Вы говорите, убейте меня, но я ничего из этого не помню. Я не знаю, откуда это во мне. Но это есть. Дмитрий Викторович, вы упомянули понятие вот моделей памяти, да? И их существует несколько. И все они, так сказать, да, как бы подвержены критике, да, их считают неполными. Могли бы вы сказать, какая модель, на ваш как бы взгляд, на сегодня, ну что ли, наиболее соответствует, приближена к описанию памяти? Или, может, какая обще, ну, считается, да, чаще всего наиболее как бы полной и правильной моделью памяти?
На мой взгляд, пока не будет решена проблема сознания, все модели памяти будут неполные. То есть пока мы не решим вот эту проблему, hard problem, как называется это в философии, это будут очень условные модели памяти. Поэтому на сегодняшний день ни одна из моделей меня лично как практика не устраивает. Они все для меня кажутся ограниченными. Они подходят для учебника, они подходят для лекции. Общая психология, да, или общая нейробиология? Это нормально, говорить о каком-то базисе, отталкиваться от него. Но общаясь со своими клиентами, пациентами, коллегами, мы все-таки видим, что этого недостаточно. А эти модели не описывают тех механизмов, с которыми мы сталкиваемся, особенно в сложных клинических случаях. Они не объясняют эти случаи. А могли бы вы привести пару примеров? Вот, по сути, чего нету в этих моделях? Вот есть на практике, да, инцидент, а вот если мы берем модель, то в ней это не отображено. С чем вы сталкивались? Вот то, что сам механизм не до конца раскрыт и описан, как возникает опознание каких-то событий, с такой скоростью, лежит ли за этим предиспозиция, какая-то предварительно занимаемая человеком позиция, которая создает фильтры определенные. Это сложнейший механизм тогда, что нам нужно уже знать, что мы хотим увидеть, например, и память в этом случае является такой сложной конструкцией, когда мы должны убрать столько всего, что у нас есть, чтобы оттуда что-то извлечь. Это слишком трудоемко, то есть настолько гигантские ресурсы должны быть задействованы, что скорость была бы медленнее. Вот это мгновение, которое разделяет нас, когда мы опознаем лицо другого человека, например, трудно уложить в сегодняшние модели. Они все равно покажут нам большую инерционность, что иногда зазор времени настолько мал, что здесь требуются дополнительные описания, которые являются нагрузочными по отношению к этим моделям. То есть пока нам приходится все равно ссылаться на что-то еще, чтобы объяснить эти механизмы. И это не полные теории тогда автоматически. Что нам приходится дополнительное описание вводить, используя как компенсаторы эти описания. Скажите, пожалуйста, если вот некий такой вот итог подвести и посмотреть комплексно на все, что сегодня существует в исследованиях памяти, да, можем ли мы сказать, что мы вообще понимаем, что такое память, да, или проблема понимания заключается в том, что мы просто имеем разные точки зрения, да, с разных наук. То есть на сегодняшний день вот того аппарата научного, вот тех исследований, которые есть, да, в разных направлениях, достаточно, чтобы понять, что такое память? Или мы все-таки еще далеко от этого понимания? Для того, чтобы ориентироваться в этой проблематике, моделей не просто достаточно, избыточно. Для того, чтобы ставить эксперименты, их более чем достаточно. Для того, чтобы осуществлять практику, их тоже вполне достаточно. Но вот для того, чтобы дать исчерпывающее разъяснение и закрыть все вот такие методологические проблемы, их явно недостаточно. Но это большой вызов для специалистов, большой интерес для исследователей, потому что каждый, большинство из них, пытается заглянуть вот за этот горизонт, что скрывает память, потому что, возможно, она скрывает совершенно другое устройство психики, чем мы привыкли шаблонно с помощью старых моделей воспринимать. И вот упущение этих возможностей и дает нам все-таки более плоскую картину психики человека, его ограниченность собственной, там, не знаю, черепной коробкой или нейронами коры головного мозга и подкорки. Что, может быть, действительно ситуация гораздо шире, и память как один из элементов, который позволит нам, поняв ее устройство, сложить пазл и открыть в себе и в людях
гораздо большие возможности, способности и как окно в некий другой мир, что холистический подход может оказаться действительно реальностью, связывающей нас, связывающей не только в понятие «я», потому что его держит только память о себе, о мире, о других, но и связывающий нас на более глубоком уровне. Ну, по сути, если у человека нет памяти, то можно сказать, что и его нету. То есть пропадает память, и мы видим, да, такие случаи, когда у человека просто исчезает вся его жизнь. Да, ведь такие выражения, как «впасть в беспамятство», мы связываем с людьми, сошедшими с ума, с людьми, лишенными своего «я» таким образом. И для нас это так же страшно, как и умереть. Это перестать существовать, это перестать быть собой. Но одновременно с этим мы видим парадоксы памяти и загадки, что мы можем каждый раз менять свою личную историю. Ну, не знаю, на банальном примере, там подруга предала, и вы говорите, о, так она и при жизни еще отличалась всякими гадостями. Тут же меняется личная история, что она уже другая в вашей памяти, и вы другая с ней в своей памяти. И получается, что память очень зависимо от какой-то актуальной позиции, которую мы занимаем. Что память может брать, обманывать, грешить, быть тенденциозной, быть такой гибкой настолько, что отвечать вот этим представлениям, убеждениям сегодняшней действительности. Но это ее взаимодействие с нашим в целом ментальным пространством, с нашим мышлением, с нашими убеждениями, с нашими установками. Поэтому это такой сложный мир, внутри которого все время идет какая-то динамика. И поэтому для нас это может оказаться миром иллюзий, там, приняв, опять же, какие-то растения силы, какие-то психотропные вещества, у нас может калейдоскоп этот очень легко распадаться, и память здесь тоже начинает играть такую специфическую роль, меняясь, трансформируясь вместе с этим изменением наших психических функций. Получается, что в памяти еще много, что не открыто, и поэтому общие модели дают нам некий просто базис. Но эксперименты с измененными состояниями сознания, трансовыми, медитативными, под влиянием каких-то органических поражений мозга, говорят нам об интересных аспектах памяти и ее возможностей. Спасибо большое, что вы приняли участие в исследовании. И мы вас приглашаем также, помимо интервью, еще принять участие в обсуждениях, которые будут выноситься в ходе исследований. И очень рада, что вы нашли время и уделили нам внимание. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо большое.